Университетская клиника Казанского федерального университета присоединилась к прививочной кампании, которая проходит в период с сентября по октябрь. В рамках вакцинации планируется привить около 15 тысяч человек. Мы организовали, во-первых, это пункт вакцинации на базе поликлиники Вишневского 2А. Данный пункт работает у нас в будни с понедельника по пятницу с 8 до 8, в рамках которого, значит, пациент, обратившийся в этот кабинет, будет осмотрен и направлен на проведение именно прививки. Вакцинация осуществляется бесплатно. Что касается неприкрепленной к поликлинике КФУ категории населения, то и она может обратиться в пункт вакцинации бесплатно, предъявив паспорт и полис обязательного медицинского страхования. В университетской клинике также по предварительной заявке возможен выезд бригады медиков в учреждения и организации для проведения вакцинации их сотрудников. Второе направление в этом работе у нас является это вакцинация коллективов. С этой целью необходимо выйти на конкретно контактных лиц поликлиники и оставить свою заявку. Данная заявка будет включена в комплексный план вакцинации, в определен срок выезда к бригады для вакцинации и, соответственно, будет вакцинирован весь коллектив. Вакцинация против гриппа противопоказана тем, у кого имеется аллергия на куриный белок. Оптимально, чтобы в течение 2 недель, предшествующих иммунизации, не было простудных заболеваний. Перед вакцинацией обязателен осмотр врача. Если у пациента имеются хронические заболевания, то прививка проводится в период ремиссии. После прививки не рекомендуется употреблять спиртные напитки, иначе эффект от вакцинации значительно снизится. Иммунитет против вируса гриппа вырабатывается через 2-4 недели после вакцинации. Артем Тупичкин, Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.